у Евгения Санина есть такие замечательные строчки. «Нет дорожки без начала, нет тропинки без конца. Сколько б сердце ни стучало, отстучит, как все сердца». Рано или поздно отстучит сердце каждого человека. Но вот есть ли что-нибудь после этой жизни? И как сейчас говорят, все там будем. Это очень серьезные слова. Те, кто так говорит, должны задуматься. А будем ли и где это там? Церковь не случайно установила поминальные родительские субботы, в которые она предлагает всем верующим в то, что жизнь за гробом существует, помолиться о своих усопших. И первое, этими словами мы исповедуем, что личность человека после его биологической смерти не исчезает. Второе, что человек после своей смерти продолжает свою духовную жизнь в загробном мире. И третье, мы не знаем, где окажется этот человек после своей временной жизни. Потому Церковь и призывает всех своих верных чад усердно молиться за всех своих усопших и помнить, что рано или поздно и наша тропиночка завершится, дорожечка нашей жизни прервется, и нам также придется переступать через порог вечности. А потому давайте все вместе почаще молиться за тех, кто уже ушел туда, где нет болезней, печалей, воздыханий, но жизнь бесконечная. Вечная память всем усопшим, православным, христианам, всем защитникам Отечества нашего, всем погибшим за веру и Россию на полях сражений, всем, кто погиб в автокатастрофах, в авиакатастрофах, всем тем, кто скончался от болезней, причем маленькие, большие, юные и старые. Вечная память всем усопшим и многое лето всем вам живым.